Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поздравили супружеские пары с большим стажем семейной жизни – Анну и Павла Полковниковых, а также Тамару Маслову с мужем Анатолием Павловым. Обе пары прожили вместе больше 25 лет. Единороссы вручили супругам подарки и пообщались с ними за чашкой чая. Встреча прошла в штабе местного отделения партии на Можайском шоссе в рамках всероссийской акции «Верность, любовь, забота».